Всем привет, дорогие друзья! Начнем с хороших новостей. Концерты группы «Кино» наконец-то состоялись. Группа отыграла 3 концерта в Питере и 3 концерта в Москве. Из-за ограничений, связанных с коронавирусом, группе пришлось сыграть по 3 концерта вместо 2. Коллектив сыграл более чем 2-часовую программу, состоящую из отменных хитов группы «Кино». Напомню, что концерты были запланированы еще на осень 2020 года, но неоднократно откладывались из-за пандемии. И вот, наконец-то, это долгожданное событие свершилось. Следующий концерт группы будет в Минске 17 июня, а затем на фестивале «Дикая мята» 18 июня, 24 сентября в Киеве, 2 октября в Нижнем Новгороде и 11 декабря в Риге. Я очень надеюсь, что изменений и отмен концертов больше не будет. В любом случае, следите за информацией на сайте kino.band. Совсем недавно стало известно, что Юрий Каспарян принял участие в сольном проекте Константина Кинчева «Белый шум». Всем привет! Я был рад поучаствовать в первом сольном альбоме Кости Кинчева. Ну, работа была на удаленке. Ко мне приехал наш общий звукорежиссер Андрей Аляклинский. Мы посмотрели материал, и я был приятно удивлен, просто дело в том, что все равно и там наша музыка, и Алиса, и кино, она, в принципе, зарождалась в одно время, в одном месте, и ну, очень много похожего. То есть мне было достаточно легко что-то сыграть, чему я тоже очень рад. Спасибо. Помимо Юрия Каспаряна в проекте приняли участие Андрей Макаревич, Андрей Резников из группы Billy's Band, гитарист группы Сплин Вадим Сергеев и многие другие. Этот альбом выйдет 1 сентября 2021 года. Вы можете его уже заказать на сайте planeta.ru. Очень будет интересно, что Кинчев представит нам вместе с Каспаряном. Будем ждать. За последние пару месяцев появилось сразу несколько новых релизов от группы «Кино», о которых я вам сейчас расскажу. Альбом «Кино. Все в кабеле» — это первый концерт реюнина группы «Кино», который снимали 31 января «Все в кабеле» в порте Санкт-Петербурга. Средства на реализацию и запись этого концерта собирали на сайте planeta.ru. При заказе можно было купить диски, кассеты, винил с записью этого выступления и другие продукты, связанные с этим концертом. Все релизы данного альбома скоро будут уже доступны и будут отправлены покупателям. Для тех, кто не успел приобрести этот альбом, ребята, не расстраивайтесь. Лейбл Machine Records обещали тоже его выпустить. Я надеюсь, что очень скоро мы его увидим на продаже на их официальном сайте. Кинохроники 1982 по 2021 год. Это новый официальный сборник группы «Кино». В него вошли все самые лучшие хиты, которые были выбраны самими музыкантами группы. Вначале этот альбом продавался исключительно на концертах в Москве и в Санкт-Петербурге, но уже через пару дней Machine Records дала возможность всем, кто не был на этих концертах, купить этот альбом через сайт. Так что, ребята, можете заходить и покупать. На двух дисках есть все самые лучшие хиты группы «Кино», которым лейбл Machine Records сделала ремастеринг. И один очень приятный сюрприз. Песня «Музыка волн» звучит в версии 2021 года. Ребята, очень советую послушать, звучит все уникально. Концерт в Дании. Запись выступления группы «Кино» в Дании 1989 года в рамках фестиваля Next Stop Soviet. Этот концерт очень уникален тем, что это было первое выступление группы «Кино» за пределами СССР. Сборы этого фестиваля в 1989 году были выданы пострадавшим от землетрясения в Армении. Релиз издал лейбл Solid Records в двух вариантах. Обычный черный винил и красный винил. Меня очень часто спрашивают, где приобрести ту или иную пластинку. На этот релиз я вам оставлю ссылку в описании, можете зайти и приобрести. Ну и, конечно же, самый интересный релиз — это переиздание альбома 45. Альбом был переиздан лимитным тиражом 400 черных винилов и 100 белых винилов. Пластинка была издана к 70-летию звукорежиссера Андрея Тропила, который записывал этот альбом в начале 80-х. Этот винил был издан незаконно, потому что права на переиздание группы «Кино» принадлежат Machine Records. К сожалению, этот релиз вы не найдете в магазинах, вы найдете его только через eBay или через Discogs за очень большие бабки, потому что люди покупали его за 3500 рублей.
и теперь перепродают. Самый дешевый релиз я видел за $187. Охуеть. Более подробно об этом релизе вы можете посмотреть на YouTube-канале Алексея Вишня. Очень советую посмотреть, очень интересное и познавательное видео. Ссылку я вам на него оставлю в описании. Официальный YouTube-канал нашей любимой группы уже собрал более чем 125 тысяч подписчиков. И они получили свою серебряную кнопку. Если вы еще не подписались, сделайте это прямо сейчас. Давайте поможем группе набрать 1 000 000 подписчиков и получить золотую кнопку. Они этого заслуживают, я надеюсь, что в скором это случится. С 17 апреля свой 60-летний юбилей отметил басист Игорь Тихомиров. Пожелаем ему здоровья, творческих успехов и чтобы он вместе с Каспаряном и Титовым продолжали нас радовать на концертах группы Кино. А теперь итог конкурса, который был в январе этого года. Я спрашивал, какую песню вы хотите услышать на концертах группы Кино и почему. На ролике про сольный альбом Юрия Каспаряна очень многие ответили, вы поставили лайки, мне было очень интересно почитать. Но самый интересный коммент был у пользователя под именем Ростов Генчик. Так что, Ростов Генчик, я вас поздравляю. Вот этот винил прозрачный, которого уже нет в продаже, с автографом Юрия Каспаряна летит к вам. Пожалуйста, напишите здесь в комментах свой адрес, и я вышлю этот винил вам. Ребята, те, кто не выиграл, я все равно вас очень благодарю. Мне было очень интересно почитать ваши комменты, посмотреть, сколько лайков вы поставили. Я обещаю, что в скором будут еще призы, будут еще конкурсы и будет очень много интересного. Подписывайтесь. Всем спасибо, до свидания.